Всем доброго здравия, дорогие мои хорошие, это очередной прекрасный день в Лондоне. Я не устаю повторять, либо нам просто везет с такой прекрасной дневной и утренней погодой, либо я не знаю. Позади меня находится старое здание электростанции, а сейчас это самый главный музей современного искусства в Англии, на секундочку. И музей бесплатный, как и многие прекрасные музеи этой славной страны, что сохранит нам достаточное количество фунтов, потому что если бы он был платный, он бы стоил дороже 20 фунтов, а это больше 2000 рублей, что дороговато, если переводить на рубли. Напротив галереи современного искусства находится магазин различных книг по искусству, что тоже неплохо, можно закупиться, если вы хотите что-то изучить по какой-либо теме. Я думаю, не потеряетесь. И самый главный вход находится с другой стороны немножечко. Сейчас мы обойдем, я вам покажу. И мне очень напоминает это здание именно какую-то фабрику, нежели электростанцию или главную галерею современного искусства в Англии. Ну, так или иначе, она ждет, и она бесплатная. Смотрите. Просто, знаете, католический собор какой-то огромный. Сейчас посмотрим. Есть своя кафешка на территории. Я уже вижу здоровый сувенирный магазин. Ну и вход, скорее всего, сейчас будут проверять меня, шмонать. Вон там стоят. И вот мы потихонечку пробрались внутрь здания современной галереи современного искусства, занимает 10 этажей. Вы представляете, сколько всего могло расположиться на такой здоровой площади? Первый этаж занимает просто здоровый фонтан по одну сторону, а по другую сторону какая-то раковина, то есть морская какая-то атлантическая тематика. Давайте пройдем вниз и окунемся. Все музеи в Англии бесплатные, но большинство национальные музеи, они работают за донацию, то есть вы кладете какие-то деньги, если хотите, и они этим самым делают неплохую кассу. Ну и, конечно же, не все галереи открыты для просмотра нам с вами, за многие какие-то галереи нам придется платить, если мы хотим туда зайти. Ну, я считаю это честным. Хотя бы, если у нас денег нет, как у меня, да, много денег, я хоть так посмотрю какие-то галереи, не оплачивая билеты дополнительно. Не жемчужина там, а голова человеческая. Так и живем. Ох, ё-моё, я смотрю, сколько тут всего, и просто поражаюсь. Не знаю, с чего начать вообще. Хоть бы какую-то карту взять, надо посмотреть, где билеты находятся. В Лондонской галерее выставляется национальная коллекция британского искусства с начала 16 века по сегодняшний день. Она входит в десятку самых посещаемых художественных музеев мира, но так было не всегда. На протяжении многих лет здание электростанции находилось под риском снесения, пока руководство Тейт не выбрало ее в качестве яркого произведения архитектуры, созданного Гилбертом Скоттом. Стеклянные двери галереи Тейт отворились после открытия королевой 11 мая 2000 года. Собственно, в этом году она празднует свой 20-летний юбилей. Успех галереи был обусловлен помещениями электростанции, где было достаточно места для временных выставок и постоянной экспозиции, а положение напротив собора Святого Павла и бизнес-района Сити было дополнительным преимуществом. Но несмотря на все видимые плюсы, критики встретили открытие выставок, само старое здание и расположение галереи неподходящими. Все им не нравилось, и только по прошествии 15 лет они одумались и взглянули на галерею по-новому. Позднее создатели пространства задумались, а нельзя ли сделать так, чтобы зритель взаимодействовал с искусством. Радикальные художники и кураторы начали создавать и демонстрировать объекты, вокруг которых можно было ходить, которые можно было трогать, устраивать перформансы. Многие художники предлагали зрителю подумать о том, что искусство значит для него лично. Интересно, что директор галереи Тейт Николас Сирота заметил: «Россия является для нас одним из интереснейших мировых культурообразующих центров, и поэтому выделяются определенные деньги на приобретение произведений авангардного искусства России и стран региона».
Основными элементами электростанции являются труба высотой 99 метров, турбинный зал высотой 35 метров и длиной 152 метра и параллельно ему помещение котельной. Турбинный зал выполняет сейчас роль вестибюля и главного выставочного зала. Вместо котельной устроены меньшие галереи. Наконец-то я подошел к работе моего любимого художника Сальвадора Дали, которая называется «Осенний каннибализм». Работа показывает нам Каталонию, где он и родился, и где у него есть свой музей в Фигересе. Два человека, они просто как поедают друг друга. Эта картина была написана, по-моему, как раз перед войной. Довольно зябко, но ради такого вида на Лондон можно пожертвовать было всем. На 10 этаже находится немножечко в другом здании. Именно на вершине, вход туда тоже бесплатный. Опять же, если сравнивать площадку смотровую у зоны современного искусства, Tate Modern, которая, и вот этот вот Sky Garden, ну, я думаю, что их сравнивать вообще не нужно. Там не так высоко, и там на 360, она полностью открыто идет. А тут только отдельная часть и за стеклом, поэтому не такое немножечко чувство, но тут совершенно другой вид открывается на другую сторону. То есть главные, в принципе, топовые обзорные площадки в Лондоне, они бесплатные. Топовые музеи бесплатные. Если будете больше пешком ходить, сэкономите больше денег на транспорте. Ну, не сказка ли это? Говорят, дорого. Что еще хорошо, сама обзорка найдет на 360 и покрывает, в принципе, все части города. Также на этом этаже можно выпить кофе или взять какой-то десерт, посидеть с ноутбуком, туалет и все это есть. Не пропадете. Сейчас закажу себе кофе, обещают какие-то прям зеленые кофейные зерна, все топово, поэтому дороже, ну попробуем. И сама интересно по дизайну будет кружечка, там стоит Modern именно с логотипом этого замечательного строения. Сейчас будем пить кофе и согреваться, а то я в кофте вышел на улицу и как-то зябко было. Эта галерея современного искусства упирается носом в Темзу и в замечательный мост известного архитектора, по которому пару раз ходил Шерлок Холмс с Ватсоном в одноименном сериале. Вон этот мост, похожий на ДНК, а там собор Святого Павла, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас немножечко пройдем, и вы его увидите. Здоровый купол, как Капитолий в Вашингтоне, да, или в Кубе. Вон он там далеко немножечко отсвечивает, но... Я надеюсь, вам удалось его разглядеть. Друзья, это что-то невероятное, стоять рядом с английским замком, с такой богатой историей, сам Тауэр и Тауэрский мост. Давайте поближе подойдем, чтобы вам... Я помню, смотрел сериал «Экстра» для обучения по английскому языку, и как раз вот первая заставка был кадр именно отсюда, либо с этой стороны, либо с той, я точно не скажу, скорее всего с той, да, где пятиэтажные какие-то блоки стоят. И я обязательно ссылочку в описании прикреплю на этот сериал, если вы хотите учить английский, либо если у вас только начинается вот этот ваш путь, я прикреплю обязательно видео об обучении. Кстати, за 500 рублей вас без проблем покатают как по карте Oyster, которая для метро и для автобусов подходит. Она подходит также для личных трамвайчиков. Либо же платите за билет сразу в кассе. Вы проедетесь и под Тауэрским мостом, ну и так далее. Кайфанете по полной. У подножия Тауэра сделали каток.
прям можно покататься на своих коньках, либо арендовать коньки и насладиться видами Тауэра именно с нижнего яруса, где у них находится тот самый каток. Это очень круто. Катков в Лондоне много, так что всегда найдется чем заняться, если вы приезжаете в Лондон в зимнее время. Тут не так холодно, не так грустно. Раньше Towers Limos приходилось часто разводить, постоянно проходили суда, и чтобы людям не было тяжело ждать, построили вот эти самые колонны, на которых можно было подняться по лифту, ну, колонны, башни, на которых можно было подняться и перейти уже по верху. Но британцам как-то не прижилась эта идея, как-то перестали они пользоваться, и там в основном стали околачиваться бомжи и проститутки. И поэтому проход закрыли, не подскажу точно в каком году, потом его сделали уже музеем. Там можно ознакомиться со всем великолепием этого моста. Я все-таки решил пройтись по мосту до того места, где снимали сериал «Экстру». Именно вот начало и какие-то тоже дубли были сняты, поэтому сейчас... Ну что сказать, довольно-таки симпатично, мост как мост, но что-то чувствуется. Наверное, его возраст. Главное, чтобы не упал под нами. Сейчас посмотрим вместе, где он разводится. В наши дни он разводится очень редко, но такое тоже бывает. И это, наверное, как белые ночи в Питере. Все люди собираются и смотрят на это событие. Вот, кстати, это самое место, где он разводится. Видите, дорога? Дорога уходит, и мост разводится. Так, пробочки. Я рад, что прикоснулся вот к такому историческому наследию Англии. Обязательно приходите на мост, пройдитесь по нему или проедетесь по нему на даблдекере, либо на черном кэбе. Будет еще атмосферней, наверное. Это своего рода, наверное, как Бруклинский мост для американцев, так и Тауэрский мост для англичан. Есть такие некие параллели проводить. Сам мост окружают тысячи кофеен, как сетевых, так и каких-то уникальных, интересных. Есть ресторанчики, есть пабы. В общем, все сделано для туристов, для гостей города. Ну, так и для самих англичан. Заметьте, мощеные улицы. Во многих местах улицы мощеные именно в доках, именно на верфях. Или на верфях, что-то с русским стало уже не то. Наверное, верфь все-таки от слова. Сувенирные разные магазинчики. Так, а мне бы вот сюда, вот, да, тут протиснуться, пройти и посмотреть, где была съемка. Очень уж интересно. Я большой фанат просто сериала «Экстра». Та-дам, вот вид с этой стороны. Если мне мой английский не изменяет, то эта верфь называется верфь мясников. Так, ну все, я думаю, что я не могу ошибаться. Да, я нашел то самое место, где актеры собирались и фотографировались, где сняли видео начало этого самого сериала «Экстра», именно возле Butler's Wharf. Это произошло с таким видом на Тауэрский мост. Вот он сам дом, где снимали машину Бриджит и Энни, и где Ник там по соседству жил, и потом Гектор или Хектор приехал к ним из Аргентины. Классно. Ну или тот вон подальше дом, но в любом случае это одно строение, так что я не ошибся. Так вот. По-моему, ничего не изменилось. Такие же какие-то морские тематики. На сиськи похожи, что ли. Понятно. Винт просто. Китобойный какой-то винт, такой якорь здоровый. Да, я нашел именно то место, где они фотографировались и где была отснята первая сцена. Якорь. Да, вот он скорее этот дом.
Вот он. Пожалуйста. Ну, верфь-то та же самая. Вот это самое место, где они все стояли рядышком. Фух, не знаю, как вы, я получил все-таки удовольствие от этого, что это настоящее место, что реально тут все было отснято. Понятно, что квартира, может быть, не та использовалась, но в любом случае этот сериал дал моему английскому надежду на будущее. И я не знал, что куда-то поеду в Англию. Я приехал, сейчас стою на этом месте и кайфую. With